Утром в окно глянул, на дороге огромный рекламный щит установили. И на нем написано: «Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. Позвони, и мы тебя пошлем». И телефон. Ну, крупно так, чтоб не перепутать. Ну, думаю, неудобно как-то. Надо позвонить. Люди же ждут. Звоню, говорю: «Алло, Бермуды? Сидоров беспокоит. Вы в рекламе написали, что мне, вашему другу, пора у вас отдохнуть. Я готов. Когда вы меня сможете послать?» И тут их главный бермудянин как начал меня посылать. Да так подробно, и куда идти, где поворачивать. Минут 10 посылал. Аж охрип. Даже что-то про моих родителей говорит. Видать, хотел послать всю семью. Вот, не обманывает реклама. Позвонил, послали. Придется ехать. Ну, чтобы на новый костюм не тратиться, взял я шорты тещины белые с начесом внутри. Написал на них «Бермуды». Сзади поместилось только «Бер». Остальное пришлось перенести наперед. Ну, погладил, надел, тепло. Чувствуется, бермуды начали действовать. Из подъезда вышел, на небе солнце, на шортах стрелки. У подъезда стоит участковый. Я говорю: «Товарищ капитан, вот, улетаю на Бермуды». Участковый глаза вытаращил, почитал, говорит: «И ты, Сидоров, туда же. Наркомания не щадит даже больных на голову». Дети во дворе меня увидели, играть перестали. Один подошел, говорит: «Отец, у тебя на трусах типа чистая опечатка». Я говорю: «Козленочек, ты сначала типа чисто научись читать». Он говорит: «Сначала научись писать. Какой еще мудыбер?» Вышел на дорогу, смотрю, а напротив магазин, мерседесы продает. И на витрине написано: «Друг, твой мерседес мы приготовили. Забери его». Ну, думаю, вот это денек. И Бермуды, и Мерседес. Ну, думаю, надо зайти, люди же ждут. Охраннику на входе мои шорты сразу понравились. Он так громко щелкнул головой по паркету. Продавцам тоже понравилось. Стоят, улыбаются, но близко не подходят. Я говорю: «Я к вам с приветом!» Менеджер говорит: «Я вижу». Я говорю: «Я тот самый друг. Узнали? Вы просили забрать Мерседес».
Только давайте побыстрее, а то я на Бермуды опаздываю. Менеджер говорит, а вы до этого что-то водили? Я говорю, ну, в детстве водил хороводы. Жену пару раз вокруг пальца обводил. Он говорит, ну, для вас у нас есть прекрасная модель. Белый цвет, просторный салон. Я говорю, а машина с наворотами? Он говорит, да. Сбоку фара. На фаре красный крест. Внутри кушетка. Да и подгонят мигом. И действительно, через 3 минуты визг тормозов. В магазин заходит мужик в белом халате. Две женщины тоже в белом. Ну, сервис. Мужик говорит, на Бермуды сам поедешь или как? Я говорю, конечно, сам. Меня там давно ждут. Ну, сели в машину. Женщины говорят, а это вам подарок от нашей фирмы. И рубашку на меня надевают. А размер не мой. Я говорю, что такие рукава-то длинные? Они говорят, а это чтобы ручки под машину не попали. Ну, едем, смотрю, на повороте табличка. Психбольница 2 километра. И рядом огромный плакат. И на нем написано, друг, пора тебе уже жить как люди. Я говорю, девчата, дайте телефон, позвонить. Они говорят, с Бермуды позвонишь. Я чего вышел? Если я с Бермуд им не дозвонюсь, вы уж, пожалуйста, передайте, что я уже живу как люди. Так, паспортный контроль, документы, пожалуйста. Пожалуйста. Куда летим? В отпуск. Отдыхать. Ну, куда конкретно? За границу. Ну, а в какую страну? Ну, туда, где тепло. Ясно. Так, а это ваш паспорт? Конечно, мой. Да, ну здесь брюнетка, а вы блондинка. Да, была брюнетка, потом рыженькая, а сейчас вот говорят, лысые в моде. Да это не мое. Минуточку, на фото глаза карие, а у вас голубые. Да, это линзы. А в багаже у меня, кстати, еще зеленые лежат, фиолетовые. И зрачок вампира. Ясно. Так, на фото нос с горбинкой, а у вас прямой. Надоела она мне. Кто? Горбинка. Еще в прошлом году убрала. Ну хорошо, а губы? Что губы? Ну, на фото губы пухлые, а у вас нет. Ну так была мода, были пухлые. Мода прошла, и припухлость тоже. А уши? Что уши? Ну, уши-то на фото торчат, а у вас нет. Сами расправились, когда подтяжку лица делала. Так, а ямочка на подбородке куда делась? Убралась вместе с ушами. Ну, хорошо, последний вопрос. А усы? Да вы что, издеваетесь? Какие еще усы? Ну вот, на фото. А ну. О,
боже мой! В чем дело? Какой кошмар! Ну что вы, ладно вам. Ужас! Да, ну, не расстраивайтесь вы так. Ну, сейчас вы в 100 раз лучше, чем на фото. Это паспорт мужа. Так, и где муж? Только что через вас с моим паспортом прошел. Очень приятно, что культурные отношения между нашей страной и вашей Россией продолжают развиваться. Я хочу поблагодарить за концерты русской поп-культуры, которые прошли в нашей столице. Спасибо большое. Надеюсь, вам все понравилось? Да. То, что надо. Но у меня есть небольшие уточнения. Вот, например, певец Сергей Шнуров. Шнуров? Да, Шнуров. Так и думала, что с ним будут проблемы. Хороший певец. Да? Да. Очень приятный, брутальный голос. Да? Да. То, что надо. Но очень много непонятных русских слов. Я тут выписал некоторые из них и сейчас вам зачитаю. Вот, например, слово... Не надо. Почему? Дело в том, как бы вам это объяснить, что Сергей Шнуров использует в своем творчестве древнерусский народный язык. Да? Да. И даже слово... Да. Ну, хорошо. Следующими выступали Потап и Настя Каменский. Очень понравились. Особенно Потап. А вот к Насте у меня есть несколько вопросов. Маленьких. Томас, включите, пожалуйста, песню. Да, немножко не понял. Пришла и оторвала голову нам. Какая весна? Чумачечая. О, теперь понял. Следующей выступала певица Глюкоза. Глюкоза. Да. Глюкоза. Томас, включите, пожалуйста, песню. Ну, ясно. Вам, наверное... Непонятно,
как бы это сказать, что у нее самое красивое? Нет. Как раз это я понял. Опа, у нее то, что надо. Мне непонятно немножко другое. Почему Россия танцует, а Европа плачет? Томас, следующая песня. Да, но это же Анна Семенович. Да. Но она же не принимала участие в наших концертах. Да. Очень жаль. Апофеозом концерта стало выступление Никиты Джигурды. Томас, включай! Опа! Джигурда! Джигурда! Опа, Джигурда! Вам не понравилось? Да что надо! Мне только непонятно, почему Никита выступал в юбке. Видите ли, дело в том, что Никита только что вернулся из Шотландии. Так. Это килт, шотландская юбка. Так. Понимаете? Он так к вам спешил, что просто не успел переодеться. Хорошо. Передайте Никите, что юбка ему идет. Да? Да. И бюстгальтер тоже. Я еще раз хочу поблагодарить вас за эти концерты и сказать спасибо за высокий уровень русской поп-культуры. Как говорится, то, что надо. Сокол, сокол, это я, дятел. Прием. Дятел, дятел, я сокол. Доложите обстановку. Сокол, нахожусь в лесу. Пропавшую пока не обнаружил. Скажите, как она хоть выглядит? Дятел, как может выглядеть женщина-грибник? Как женщина? И как грибник. Что непонятно? Мы запеленговали ее мобильник. Судя по сигналу, она идет прямо на тебя. Смотри, дятел, чтоб не проскочила. Сам ты, дятел. Надо же, из-за какой-то тетки всех на уши подняли. МЧС, военных, полицию. Ну, этих-то понятно. Но я простой охранник супермаркета. А меня тоже в лес. За что? Хоть бы сапоги выдали. Надо же, никого нет.
Здрасте. Привет. Простите, а вы случайно женщину-грибника не встречали? А? Нет. Ясно. Минуточку. Сокол, сокол, это опять я, дятел. Прием. Дятел, что там у тебя? Сокол, а баба, которую мы ищем, точно грибник? Или от дискотеки отстала? Как она хоть одета? А? Ну не в мини-юбке же она в лес пошла. Ну почему же? Некоторые за грибами ходят именно так. Сокол, а наша баба до этого похода в лес другими психическими заболеваниями не болела? Дятел, хватит задавать глупые вопросы. У меня уже смена заканчивается. Как все выяснишь, свяжись с дежурным. А я на 2 недели в отпуск. Все, конец связи. Простите, а вы случайно в службу спасения не звонили? Звонила. Правда? Так я ж за вами. Скажите, вот нахрена вы вообще в лес поперлись? Понимаете, я вышла замуж за одного богатого старичка. Врачи говорили, что он и года не протянет. Думала, потерплю годик и стану счастлива. Ну, и что? Через неделю серебряная свадьба. 25 лет вместе. А предпосылок для счастья никаких. Подождите, ну, а в лес-то вы зачем пошли? Так грибов решила насобирать. Разных. Для мужа. Очень хочется счастливой стать. Ну, вы с грибами-то как-то поосторожней. Вон красная шапочка тоже через лес шла. Грибы собирала разные. А потом не смогла отличить бабушку от волка. У вас, я смотрю, грибы вон тоже какие-то странные. Ну, кто ж такие грибы-то собирает? Многие, кто хочет стать счастливой. Я и рецепт в одной книжке прочитала. Кулинарный? Не. Криминальный. Ну все, давайте, выводите меня из леса. Да я сам тут немножко заплутал. Третий день вас ищем. Сейчас, минуточку. Ну, что? А? Аккумулятор сел. Дайте ваш телефон. Ага. Так. 8-916-688. Да не номер, позвонить дайте. А, так он у меня тоже разрядился. Я когда в службу спасения звонила, мне 20 минут повторяли: ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Ну, я и оставалась. Хорошо, хоть вас вызвать успела. Вы ведь меня
Спасете? Спасем. Конечно, спасем. Напарник-то мой знает, где мы. Осталось его только из отпуска двухнедельного дождаться. Ой, 2 недели – это долго. А куда вам торопиться? Грибы испортятся и не подействуют. А потом муж мой, Захар Игнатьич, волноваться будет. Как вы сказали, Захар Игнатьич? Надо же, прям как любовника моей бывшей жены. Я из-за этого мерзавца и развелся. Захар Игнатьич. Кстати, а где ваш Игнатьич живет? На проспекте Гоголя. А дом, квартира? 18А, квартира 6. Не может быть. Что? Так он еще жив. Знаете, а давайте я вам помогу грибов насобирать. Так вы не знаете, какие нужны. Не волнуйтесь. Уж для Захара Игнатьича нужные грибы найду. Глядишь, вместе с вами и я счастливым стану. Уважаемые российские туристы, в связи с падением туристического потока позвольте зачитать новые правила поведения в наших отелях. По многочисленным просьбам россиян на завтрак мы добавили еще один напиток. Нет, рассол. Пейте на здоровье. Мини-бар в номерах мы решили убрать и установить привычные русским людям трехкамерные холодильники. Пользуйтесь на здоровье. Многие русские туристы возмущались, что спиртное наливают только до 12 вечера, а утром с 10. Не волнуйтесь. Теперь можно пить круглосуточно. Раньше из номеров нельзя было выносить на пляж полотенце. Теперь можно выносить все. И полотенце, и подушку, и одеяло, и кровать с горничной. Только приезжайте. На пляже и у бассейна женщины по-прежнему могут загорать топлес. А мужчины... В общем, загорайте в чем хотите. Только приезжайте. Раньше у каждого бассейна мы устанавливали таблички. Не делать это в бассейн. Мы убрали эти таблички. Делайте в бассейне, что хотите. Если с утра у бассейна все лежаки заняты, и на них лежат полотенца или вещи наглых иностранцев. Теперь вы можете сбросить их нахрен и сжечь к чертовой бабушке.
вместе с лежаками. Только приезжайте. Перед отъездом на шведском столе в дорогу вы можете взять... Вы можете взять столько еды, сколько увезете. А если понравился и сам стол, берите тоже, нам не жалко. Ей понравится. Кстати... Халат, тапочки. Полотенце, шампунь, пульт от телевизора и фен из номера. Мы завернем вам сами. Только приезжайте. Приезжайте, пожалуйста. Мы вас ждем. Приезжай к нам, приезжай. Из Москвы и Волгограда. И родных не забывай. Мы им тоже будем рады. Приезжай на 10 дней. Или даже на 12. Мы вам будем улыбаться, угодить во всем стараться. Ты к нам только приезжай. Аниматоров своих мы по-русски петь научим. И Владимирский централ, и разведу руками тучи, будут петь про каравай. Чебурашку знать дословно, наизусть всего Кобзона, голубей над нашей зоной. Приезжай к нам, приезжай. Мы закупим домино и поставим бочку с квасом, и мангалы привезем с шампурами, луком, мясом. С молоком заварим чай и пельменных понастроим. Все распишем хохломою, мы хотим дружить с тобою. Только слышишь, приезжай, приезжай к нам, приезжай. Прошу прощения. Да, я слушаю. Алло, Лапусик. Котенок, у меня совещание, сейчас говорить не могу. Давай попозже. Лапусик, ну я опять встала. Бибика не хочет ехать. Стою здесь, как дура. Ну хорошо, котенок, скажи мне, у тебя ключик в зажигании? Ну, там, у руля, я тебе показывал. А, да. Поворачивала ключик? Поворачивала. Не заводится Бибика. Стою здесь, как дура. Ну, хорошо. Может быть, бензин закончился? Что? Ой, это такая водичка специальная. Ее в дырочку заливают. Дырочка в бибике. Ну, я тебе показывал. А, водичку заливала. Я минералку покупала, ее и залила. Котенок, минералку?
газированную. Залила, а бибика не заводится. И теперь стою здесь, как дура. А может, надо было не газированную брать, а? Так, котенок, я, кажется, все понял. Ты, самое главное, не волнуйся там, хорошо? Да какой там не волнуйся? Я вся в шоке. Стою здесь, как дура. Ну, хорошо, котенок, скажи мне, а где ты находишься? Ну, что значит где? Здесь. Ну, а где конкретно? Ну, тут. Рядом с машиной. Стою здесь, как дура. Котенок, а адрес, адрес какой? Чей адрес, Лапусик? Ну, где ты сейчас находишься? А, не знаю. Ну, улица какая? Улица? Ну, такая, обычная, ничего особенного. Котенок, ну а как она называется? Не знаю. Ну, посмотри, там на домиках должно быть написано. Там домики рядом есть? Домики? Да, тут их много. Ну, посмотри, что там на них написано. Так. Пельменная. Лапусик, пельменная. Я на пельменной. Стою здесь, как дура. Котенок, это не то. Посмотри еще. Кожа. Меха. Меха. Лапусик. Котенок, это тоже не то. Как это не то? Ты мне шубку когда обещал купить? Котенок, я же тебе 2 месяца назад шубу подарил. Да? И что я теперь? В этой шубе всю жизнь должна ходить? Как дура! Ну хорошо, котенок, куплю я тебе, куплю шубу. Успокойся. Ты лучше скажи, название улицы нашла? А, название. Ух ты! Что? Лапусик! Что? Пипец! Ну говори, что? Не поверишь! Золото! Лапусик! Я золото нашла! Ну, поздравляю! Молодец, котенок! Теперь мы богаты! Слушай, давай сделаем так. Закрывай бибику и попробуй поймать тачку, хорошо? Да я уже пробовала. И что? Ну, один остановился. Так. Спрашивает, сколько? Ну? Ну, а я-то откуда знаю, сколько? Ну, говорю, а сам-то как думаешь? А он мне, 100 баксов. Пойдет? Только, говорит, я не один. Я с друзьями. Ну, а я такая смотрю, а на заднем сиденье еще 2 сидят. Ну, говорю, ладно, в тесноте да не в обиде. Но только 100 баксов многовато. Давай за 50, а? И знаешь, уже было совсем договорилась, но вдруг подваливает ко мне какая-то кукла и говорит, что это их место. А я такая смотрю, а у дороги, таких как я, еще человек 20 стоит. Представляешь, уехать не могут. Слушай, котенок, а ты случайно не на Ленинградке стоишь, а? Ой, точно!
я же сюда в солярий приезжала. А теперь стою здесь, как дура. Так, котенок, послушай меня. Сейчас садись в бибику, закрой все двери, никому не открывай и жди меня. Через 20 минут буду. Лапусик, а как же твое совещание? Совещание никуда не денется, подождет. Жди. Лапусик! Все, котенок, жди. Господа, совещание переносится на завтра. Прошу прощения, дела. Интернет занял большую часть нашей жизни. Через интернет мы узнаем все, что нас интересует, читаем новости, совершаем покупки, знакомимся, общаемся и даже влюбляемся. Но не всегда складывается так, как хотелось бы. Простите, а что вы на меня так смотрите? Ой, Валера! Да? Ой, а я та самая Машенька из интернета. Как, Машенька из интернета, это вы? Совершенно верно. А что вас так удивило? Да, но на фотографиях была девушка в школьной форме. Все верно. Это мои школьные фото с выпускного, без фотошопа, почти. Да, но на страничке был указан возраст. 18 лет. Правильно. Моей страничке в интернете ровно 18 лет. Да, но я думал, что это вам 18 лет. Ой, Валера, не волнуйтесь. 18 мне уже есть. Но за комплимент спасибо. Ну что, куда пойдем? Может быть, в ресторан? Какой ресторан? Как вы не понимаете, что я хотел познакомиться с той, которая на фотографии в школьной форме? Ну ладно, тогда поедем. Сразу ко мне. Школьная форма как раз у меня дома. Да не нужна мне ваша школьная форма. И вообще, Мария, извините, но мне некогда. Пора мне. Извините. Мария, извините, пора. Подождите, Валера. У меня еще костюм красной шапочки есть. А что не так-то? А? 18 мне уже есть. Есть. Фотографии в интернете мои. Мои. Все.
все честно, без обмана. Наверное, все-таки с фотошопом перестаралась. Добрый день, уважаемые телезрители, и вновь ваше любимое ток-шоу. Тема нашей программы, как обычно, интересует всех нас больше всего. Героиня нашей программы утверждает, что над ней надругались. Итак, встречайте, Анжела Шарамыгина. Здравствуйте. Присаживайтесь. Расскажите, с чего все началось? Меня в гости пригласили. На какую-то дачу. Так. С ночевкой. В сауне попариться и пивка попить. Хорошо. А кто пригласил? Да кто его знает? Мужики какие-то. Ну, вы, разумеется, отказались. Ну, я ж не дура. Ну? Конечно, поехала. Как? На халяву-то. В сауне попариться и пивка попить. Ну, вы понимали, для чего они вас пригласили? Ну, я ж не дура. Конечно, понимала. В сауне попариться и пивка попить. С незнакомыми мужиками. Ну, это меня тоже немного смутило. Но так пивка хотелось. Думала, в сауне попарюсь, пивка попью и домой поеду. А они, бесстыдники, вон что удумали. Ну, хорошо. Скажите, вам знаком вот этот человек? Конечно. Я его сразу узнала. Угу. По рубахе. Он был в этой рубахе? Не, в свитере. Я этого негодяя на всю жизнь запомнила. Это он мне пылесос продал. Простите, какой еще пылесос? Современный. От комнатных клещей. Подождите, в сауне был он или не он? Да кто его знает? Их там человек 10 было. Но всех и не упомнишь. Ну, посмотрите, вот он? Ну, вроде он. Точно он. Вон морда какая наглая. Ну, хорошо. Сегодня у нас в студии собрались наши гости, эксперты, которые тоже хотели бы сказать свое мнение. У вас есть ровно минута. Пожалуйста, говорите. Извините, пожалуйста, можно еще скажу? Простите, каждого я не могу сейчас просить. Ничего, что я говорю, когда вы меня переживаете? Да, вы послушайте меня! Вот, извините, пожалуйста, я требую экспертизу ДНК. Что? Ну... Все что-то требуют какой-то ДНК. Да нет, ну это не из нашей программы. Давайте по сценарию. Ну ладно, я ж не дура. Ну да. Как мне подсказывают наши редактора, только что сотрудники полиции поймали подозреваемого, и у нас есть возможность поговорить с ним в прямом эфире по телефону. Алло? Алло. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Одну минуточку. Попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Вновь телевидение. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Наша служба и опасна, и трудна. Уважаемый абонент,
Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. И на первый взгляд, как будто не весна. Связь просто подводит, но попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Сержант, в конце концов, мы можем услышать задержанного? Да. Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора сержант Гаврюшкин слушает. Послушай, Гаврюшкин, мне продали пылесос современный от комнатных клещей. Понимаешь? А это кто? Кто-кто? Шарамыгина в пальто. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного сержант Гаврюшкин слушает. Гаврюшкин, дай нам поговорить с этим козлом. Наша служба и опасна, и трудна. Алло, что вам от меня нужно? Здравствуйте, телевидение беспокоит, вы в прямом эфире. Мы по поводу Шарамыгиной. Это еще кто такая? Как девушка, над которой вы, так сказать, надругались? Вы в своем уме? Я вообще девушками не интересуюсь. В смысле, я жена? Ой, да шут с ним. Ну, надругался и на здоровье. Вы его лучше про пылесос спросите. Встаньте вы со своим пылесосом. Ну, пожалуйста, я за него 100 000 заплатила. Ну, ладно, ладно. Скажите, а зачем вы продали Шарамыгиной неисправный пылесос? Да. Алло. Вы в своем уме? Я не торгую сломанными пылесосами. И не сломанными тоже. Подождите, ну, а за что же вас тогда задержали? Да. Вы в своем уме? Никто меня не задерживал. Я дежурный старший лейтенант Козлов. А как же задержанный? А задержанный уже отпущен. За недостаточностью улик. Пылесос мне подарил. Современный. От комнатных клещей. Это он! Задержите его! К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Но завтра... В прямом эфире мы поговорим о мошеннике, который торгует неисправными пылесосами. До новых встреч в эфире. Ай-яй-яй! Какой красивый в магазин залез! Как тебе не стыдно? Теперь тебе будут ругать, наказывать. 5 лет точно будут наказывать. Я в этом магазине первый день охранником работаю. Так что сейчас буду узнавать, что с тобой по инструкции делать нужно. Тофик, Тофик! Это я, Рафик. Рафик, Рафик, это Тофик. Какой хрен тебе нужно? Тофик, Тофик, я тут бабу поймал. Рафик, Рафик, я бабу вчера просил, а сегодня я и сам уже 2 штуки поймал. Красивый? А у тебя там красивый? Да, Тофик, очень красивый. Так что мне с ней делать? Рафик, я тебе уже 100 раз объяснял, что с ними надо делать. А ты все как маленький. Тофик, это не просто красивый баба.
Он в магазин залез, понимаешь? Рафи, ты сегодня что-то пил? Нет, не пил. Тогда объясни, зачем красивый баба в магазин лезть? А то обычно в это время в ресторане пасется. Пофиг, не знаю, может быть, ресторан закрыт. Открыт. Я своих красивых баб две штуки оттуда привез. А что же мне тогда с этой-то делать? Подскажи, брат. Рафи, я думаю, при попытке к бегству. Тофик, я не понял. Скажи еще раз. Рафи, я говорю, эту при попытке к бегству. Тофик, по-братски, скажи мне, что с ней сделать при попытке к бегству. А? Я говорю, не убивать же ее при попытке к бегству. А, ну, конечно, такой красивый бабы жалко убивать. А зачем он такой красивый в магазин залез, а? Не знаю, брат. Может, стащить, что хотел? А? Что? Ты же охраняешь мебельный магазин. У тебя там, кроме шкафов, ничего нет? Не знаю, брат, но если хоть один шкаф пропадет, меня отсюда точно выгонят. Понимаешь? А что этот баба говорит? А ничего не говорит. В основном мычит. Слушай, давай я все-таки подъеду. И мы ее с тобой на двоих. Тофик, не понял. Что на двоих? Повтори. Я говорю, давай мы ее в полицию сдадим. И нам тогда премию выпишут на двоих. Нет, Тофик, не получится. У меня регистрации нет. А в полицию красивый баба без регистрации сдавать нельзя. Закон такой. Понимаешь? Ну тогда давай ее дня 3-4 у моих друзей на даче по полной программе. Тофик, мы не поняли, что у твоих друзей на даче? А? Я говорю, давай ее подержим дня 3-4 у моих друзей на даче. А как регистрацию сделаешь, в полицию ее сдадим, премию получим и гульнем по полной программе. Нет, Тофик, не получится. 3-4 дня красивой бабе какой-то корм нужен. Никакой премии не хватит. Ну тогда тащи ее к себе в подсобку. И ее там до утра. Не понял, Тофик, что до утра? Я говорю, в подсобку ее тащи и держи там до утра. Утром пусть директор магазина разбирается. Да, и если хочешь, то можешь ее немножко... Тофик, не понял, что немножко?
что хочешь, то и немножко. Можешь покормить ее там немножко. Красивый баба обязательно кормить нужно. Все понял. Хорошо, Тофик. Спасибо, брат, за полезный совет. Ты очень красивый баба. Сразу мне понравился. Поэтому я тебе сейчас в подсобке немножко покормлю. Только ты не ори. Так. Быстро развязал меня. Нет. Вот директор магазина придет вот тогда. Развязывай, говорю. Я и есть директор. Как? Лично зашла новую охрану проверить. Прости, пожалуйста, извини. Развязывай, придурок. Ну я... Ты самый красивый баба, ой, директор магазина в мире. Пощади, пожалуйста, не погуби. Не погуби. Прости. Прости. А впрочем, ты здесь столько комплиментов наговорил. Будешь теперь моим личным охранником. А Тофика помощником твоим возьму. Пожалуйста, а я туда попала? Попал, попал, по полной программе попал. Да. Ты очень красивый и умный девочка. И правильно сделал, что позвонил мне. Это очень хороший видеомагнитофон. Я тебе к нему еще 5 видеокассет подарю. 5. Фильмы про любовь. Немецкий. Простите. Das ist fantastisch. Какой видеомагнитофон? Хороший, японский, настоящий Сингапур. Из Малайзии привезли. Очень хороший, 250 рублей всего. Нет, недорого. Вы, наверное, не поняли. Я по объявлению. Ну, правильно. По какому? Ну, вот. Что тут написано? Какой это язык? Русский. Какой? Русский. А, слушай, прочитай сам, я ничего не понимаю, это так это мелко написано. Давай. Солидная ремонтная компания предлагает все виды услуг по евроремонту элитных квартир класса люкс. Что, там так написано? Да. Это ваше объявление? Конечно. Наша компания, да, брат Тофик давал. Компания такая солидная, хорошая. Все мы сделаем. Кушать хочешь? А, нет, спасибо. Вот виноград тут. Киш-миш без косточки. Сам выковыривал. Шутка. Спасибо, не надо. Нет, не хочешь. А, фрукты. Здесь вот есть косточка. Ты сам выковыривай, если хочешь. Нет, не надо. Нет, не надо. А чай, может быть, чай хочешь? Зеленый такой, полезный. Может? Спасибо, не нужно. Ну хорошо, все равно он закончился. Слушай, а может сосиска отварить? Нет, спасибо, давайте лучше сразу к делу. Хорошо. Понимаете, мне мой шеф дал задание найти солидную ремонтную компанию по отделке. Отделаем за милую душу всех, кого скажешь. Всей компании. Одну минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебя слушаю. Да-да. Компания Евротакси. Что? Машина в аэропорт нужна? Какой адрес, говорите? Все договорились, машин будет недорого.
Хорошо, хорошо. Один минуточку. Тофик, брат, заправь нашу АКУ. Один женщин в аэропорт хочет. Дай смотри, там аэропорт не перепутай. Их в Москве несколько штук понастроили. Так что ты хотел просить? Я говорю, вы офисы отделываете? Офисы? Да. Конечно, конечно, там это стены покрасим, это потолки побелим, все мы сделаем, конечно. Одну минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да-да. Потомственный колдун Иннокентий. Снимаю, порчу. Что? Мужики внимания не обращают? Ай-яй-яй, как некрасиво. Значит так, подъезжай к нам после 12 ночи. Все сделаем. Недорого. Ждем. Одну минуточку. Тофик, брат, как тетку в аэропорт отвезешь, сразу возвращайся. С одной женщины что-то снять нужно. Так что ты хотел, красивый? Я говорю, мой шеф хотел бы отделать офис в стиле хай-тек. Хай-тек? Да, вы работаете в этом стиле? В каком? Хай-тек. А, конечно, конечно, сейчас все умные люди делают только это хай-тек. Это стены покрасим, потолки побелим, хай-тек везде напишем. Не волнуйся, все сделаем. Одну минуточку. Говорит, пожалуйста, я тебе слушаю. Нет, не ошиблись. Ветеринарная клиника Еврокот. Что? Ожирение кота? Ну, привозите, обследуем. Специальная диета. Через месяц вернем, не узнаете. Будет как новенький. Ждем. Одну минуточку. Тофик, брат, у нас в месяц в ванной кот поживет. Жирный, как свинья. Не обижай его. И не корми. Так что ты хотел, красивый мой? А я говорила про хай-тек. А, хай-тек? Ну да, в офисе моего шефа. О, твоему шефу повезло. Хай-тек с такой красавицей. Прям в офисе. Нет, вы не поняли. Я имела в виду ремонт. А, ремонт. Да. Хай-тек. Да. И, конечно, это все сделаем. Это мы стены побелим, потолки покрасим, хай-тек везде обозначим. Не волнуйся, деньги принес. Ой, нет. Вы знаете, мне сначала сказали все оговорить. Ай-яй-яй. Как нехорошо. Мы солидные, очень хорошие компании. Предоплата нужна. Ну, я же не знала. Не знала она. Без предоплат мы не работаем. Вдруг ты аферист какой-нибудь? Нет, я... Сейчас аферист он на каждом углу. Целая Москва аферистов. Сколько там у тебя с собой? Есть что-то? Нет, у меня денег совсем нет. Ну, сколько? Нет, там я... Немножко, может быть, это... Нет, тут сколько? У меня, ну, что? Совсем вот, ну, совсем... Что там? Это хватит, как раз предоплата обязательно нужна. Нет, без предоплаты мы не можем. Нет, но мне же еще на такси надо. Тофик, брат отвезет, не волнуйся, все сделает. Да? Конечно. А вы правда вот все сделаете? Я же обещал, хай-тек на потолке, хай-тек на стенах, да. Не волнуйся. Да. Тофик, да. Брат, бросай сапоги, потом дочинишь. Тут один красавица надо отвезти, куда она скажет. Да. До метро. Да, и не увлекайся там ей очень. А то тебе ночью еще порчу снимать нужно. Да. Михаил Михайлович, ЧП, проверка. У нас в городе сам. Как сам?
сам и сам самого. А они что, вдвоем едут? Да они уже приехали. В соседнем детском саду. Говорят, директора уже сняли. Повариху арестовали. Через полчаса в нашей школе будут. Так, ну надо же их как-то чем-то отвлечь. Чем? Так, быстро найдите эту отличницу нашу, гордость школы. Как ее? Дроздову. Дроздову. Соберем всех в актовом зале и будем ее награждать. За что? Какая разница за что? За отличную учебу или за спасение утопающих? Сам посмотрит, что у нас все хорошо. Может быть, и уедет. Ну, сам-то, может быть, и уедет. А вот сам самого... Так, вы только не пугайте меня. Давайте за Дроздовой. Что у нас с охраной? Алло, Петрович, ты на месте? Трезвый? А почему язык заплетается? Так, Петрович, ладно. Что у нас там с тревожной кнопкой? Как спалили? Кто? Петрович, делай, что хочешь, но чтобы через полчаса тревожная кнопка была. Все, да. Дроздовой нет. Как нет? Почему? Да у нас сегодня, ну как назло, все отличницы на Олимпиаду по физике уехали. Что, все три? Все. Безобразие. Что? Петровича, охранника нашего. Током шандарахнуло. Починил кнопку. Алло, тащите Петровича в подсобку. Ну и прикройте его там чем-нибудь. Ну, я знаю чем. Ну, брезентом, пакетами какими-нибудь. Забросайте. Все. Так. Вместо Петровича на вход физрука нашего поставь. Только чтобы тревожную кнопку не трогал. Так, повариха. Тамара, у тебя там в столовой все в порядке? Ага. Что у тебя там сегодня на обед? Суп из перловки. А на второе? Перловая каша. Представляю. Еще у тебя там компот. Тамара, делай, что хочешь, но чтоб через полчаса было хоть что-то похожее на еду. Все. Николай Николаевич. Да. Физрук не может на вход встать. Почему? Да он сегодня хотел детям показать, как подтягиваться нужно. Ну? На шведскую стенку полез и... Все. Что значит все? Руку сломал. В больницу его увезли. Ох, не вовремя, не вовремя физрук руки ломает. И еще шведская стенка развалилась. И кусок стены отвалился. Короче, в спортзал заходить нельзя. Ну хорошо, закройте спортзал на ключ. А детей куда? На улицу у всех. Пусть вокруг школы бегают, пока сам не уедет. Да, скажите, а что у нас там в школьном бассейне? Кто там так орет, как резанный? Ну, это же спонсор наш, ну, который вам на дачу стройматериалы поставляет. Вы же сами ему разрешили в школьном бассейне день рождения отметить. Да, но это было 3 дня назад. Так он и пьет там уже 3-й день. С друзьями и с бабами. Ну, хорошо, попросите, чтобы сегодня потише как-то. Так, и еще скажите, щит пожарной безопасности висит? Да, но только он на замке. А где ключ, только Петрович знает. Но он не скажет. Я... видела, как его в
подсобку тащили. Ладно, главное, что щит на месте. Сам, может быть, и не полезет туда. Ну, сам-то, может быть, и не полезет. А вот сам самого... Хватит меня пугать. Идите. Лена, что у тебя там с медикаментами? Что, в медкабинете ничего нет? Так немедленно беги в аптеку и купи там чего-нибудь. Откуда я знаю чего? Ну, зеленки купи, таблеток каких-нибудь. Откуда я знаю каких? Ну, каких подешевле. Я говорю, подешевле. Все. Михаил Михайлович. Да. Все. Что значит? Все. Отбой. Как отбой? Почему? Ну, сам и сам самого сразу после детского сада в больницу поехали проверять. Мимо нас проехали, даже не остановились. Вот так вот, значит. Детские сады проверяют, больницы, а школа, получается, уже и не нужна никому. Так, поварихи и медсестре отбой дайте. И еще Петровича из подсобки надо на крыльцо вынести. И как только себя придет, пусть первым делом тревожной кнопкой займется. Вадим, что это? Что? Вот это я тебя спрашиваю, что? Ну, что? Что ты сама не видишь? Лифчик. А чей это лифчик? Лидочка, честное слово, не мой. Я тебя еще раз спрашиваю, чей это лифчик? Да, да отстань ты от меня со своими лифчиками. Это не мой. Да? А чей? Я, слава богу, без лифчика хожу. Я на твоем месте язык-то поприкусила бы. Ты посмотри на размер. Да. Это не твой. Как ты мог, а? И главное, с кем? Где ты нашел эту корову-рекордистку? Лида, подожди. По-моему, за 20 лет совместной жизни я, кроме верности, ни в чем таком замечен не был. Так что напрасно ты машешь этим гамаком. Я с ним и рядом не лежал. А ну, дай его сюда. Ничего не понимаю. Ведь каждый раз проверяю все, до волоса на подушке. Уксусом пол поливаю, только бы духи не унюхало. А тут такая улика. Уличища! Не иначе Наташка подсунула. Решила отомстить. Неужели у нее такой бюст? О, скрытная баба. А может, Светка? В темноте размер не зафиксируешь? Да нет, такое я бы запомнил. Черт бы их всех подрал. Голову теряют, не помнят, в чем пришли. Лида, ну подожди, ну давай разберемся. Ну при чем тут я? Ну вспомни, может быть, кто из подруг забыл, а? Из чьих подруг? Из твоих? Лида, ну ты вот вчера белье гладила. Ну вот свой лифчик и разгладила. Я гладила утюгом, а не танком. Ничего, я ей глаза-то повыцарапаю. А ну говори, кто у тебя здесь был?
Ну, кто? Ну, вот вчера был водопроводчик. Не идиотничай. Он был в кепке. Между нами нет ничего общего. Ну, Лида, ну, перестань. Ну, ну эту собаку он притащил. Откуда-то этот чудовищный лифчик. Может быть, даже с улицы. Ну, что ты в самом деле из пальца скандал высасываешь? Да? А что бы ты сказал, если бы собака притащила чужие мужские кальсоны? Ну, ты тоже скажешь, Лида, как кальсоны. Кстати, а что это ты держишь? Что? Вот в руках у тебя что? А, это? Да, вот это вот, что это такое? Ну, носок. Собака вместе с лифчиком притащила. Да? А чей это носок? Ну, не мой же. А чей? Да я сроду таких носков не носил. А ну, говори, кто у тебя тут был в этом носке? А ну, вчера был водопроводчик. Ну, это мы уже слышали. Интересно, что это за засор такой в ванной, если человек раздевается догола и ныряет. А ну, дай его сюда. Неужели Сергей? Да нет. Интеллигентный мужчина, переводчик, всегда уходит по-английски, в носках. А может, Михаил? Вряд ли. Бывший разведчик, пароли до сих пор помнит. Никаких улик не оставит. Для маскировки скорее чужое возьмет. Но ничего. Поеду к Семену, он в уголовном розыске работает. По носку всего мужика найдет. А может, он и оставил? Ну, мужики. Ну, бабы, всех обойду. Кому подойдет лифчик, ту и убью. Маша, где мои носки? Сколько раз говорил, не вешай на балкон, ветром сносит. Единственные носки, еще и лифчик. Ну, поздравляю. Мало того, что есть нечего, так еще и не в чем. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы прерываем трансляцию телевизионных программ на нашем канале в специальный экстренный выпуск новостей. Буквально 15 минут назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуево. Добрый день, Андрей. Расскажите, пожалуйста, что случилось, что у вас произошло? Ну вот, к сожалению, нас подводит связь, но как только она наладится, мы с вами узнаем о том, что случилось в Кукуево. Напомню, что полчаса назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуево. Марина? И вот мне подсказывают, что связь налажена. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что случилось, что произошло? Ну, вот, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина, добрый день. И вновь наша связь налажена. Андрей, здравствуйте. Мы ждем от вас рассказа о происшедшем. Да, Марина, конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуево. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуево,
мы разместили наши видеокамеры. Это простите, Андрей, я вас перебиваю. Так что же все-таки случилось в Кукуево? Андрей? Но, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина. И вновь наша связь налажена. Андрей, расскажите, пожалуйста, конкретно, что случилось в Кукуево? Да, Марина. Конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуево. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуево, мы разместили наши видеокамеры. Дело в том, что это самая удобная точка для того, чтобы наши телезрители смогли увидеть все происходящее своими глазами. Если вы обратите внимание, то позади меня, вот здесь вот сразу, вы сможете... Простите, Андрей! Андрей, вас не слышно? Марина, говорите громче, я ничего не слышу. Андрей, но, к сожалению, нас сегодня подводит связь, и вот уже совсем скоро мы выйдем из эфира. Пожалуйста, расскажите о происшедшем. Да, Марина, конечно. Сегодня здесь, в Кукуево, мы работаем в экстремальных условиях. Вместе с оператором мы не спали уже двое суток. Если выпадают какие-нибудь час-полтора, то мы сразу же идем спать. Вот и сейчас только что, Марина, мы хотели прилечь для того, чтобы немного заснуть. Ну, проще говоря, отдохнуть. Но передумали и решили выйти на связь с вами. Впрочем, Марина, здесь не спят и все жители Кукуева. Да и сами подумайте. После того, что здесь случилось, просто не до сна. Марина? Андрей, а вы не могли бы нам поподробнее рассказать о том, о чем вы сейчас рассказываете? Да, Марина, конечно. Все это началось еще позавчера и длится уже 2 дня. Проще говоря, 2 сутки. Когда это все закончится? Когда прекратится это безобразие, кукуевцы не знают. Марина? Андрей, а скажите, пожалуйста, а что за люди ходят у вас на заднем плане? Да, Марина, конечно. Кстати, люди, которых вы сейчас можете видеть, люди, которые ходят на заднем плане, это как раз и есть те самые жители села Кукуево. Марина? Андрей, а скажите, пожалуйста, а какова ситуация сейчас в Кукуево, ну, скажем, на данную минуту? Да, Марина. Конечно. Ситуация в Кукуево на данную минуту, на данный момент, не поддается никакому описанию. Проще говоря, ситуация здесь критическая. Но, Марина, мы будем продолжать наблюдать за происходящим и будем выходить на связь с вами каждые 30 минут. Марина? Спасибо, Андрей. Я благодарю также наших спонсоров за предоставленную связь и напоминаю, что это был наш специальный корреспондент из села Кукуево. Марина?